Итак, всем привет, дорогие друзья. Вот. А почему я так камеру держу? Во-первых, потому что вот у меня тут альбом, который я вам давно хотел показать. Вот. Альбом из 90-х годов. Поставлю, чтобы тут с вами поговорить сперва. Вот. Альбом. Из 90-х годов. Вот. О, да. Я думаю, вам понравится. Так. Во-первых. Первое то, что я хочу сказать, я буду показывать не все фотографии. Потому что есть фотографии, которые я не хотел бы показывать, потому что, ну, по тем или иным причинам, так как у нас погода сегодня, вот, но те фотографии, то, что я покажу, вам они должны быть любопытны, потому что сейчас я, во-первых, не думаю тут немного у меня стараюсь тут все как-то устроить. Вот. Давайте я поставлю вот так вот, чтобы вам рассказать. Вот. Во-первых, эти фотографии не все удачные. Да. Ну, те, что есть, я думаю, любопытно будет посмотреть не только вам, но и моим друзьям, потому что они никогда не видели мои детские фотки. Вот, и там вы можете увидеть то, что я как бы был более социализирован. То есть там одной из фоток я покажу то, что я с подругой сестры. В общем, мы ездили на прогулку с подругой сестры. Вот, двоюродным. Я как бы нормально общался с ней. И даже держалась за руку. Когда ехали в машине. То есть там тогда и... Вот. То есть тогда я был более такой социальный, социализированный отката. Вот.
Ну, потом случилось то, что вот после смерти дедушки родители решили то, что как бы мы никуда и не стали уже выезжать, так сказать, вот. И кто не знает, посмотрите видео плейлисте про мою жизнь. Оно так и он так и называется. Все про мою жизнь. И там будет второе видео, в котором я рассказываю, почему я не выхожу из дома уже более 20 лет, более 21 года. Там все рассказано. Пожалуйста, только без каких-то комментариев по поводу моих родителей, правильно они поступили или неправильно. Это так, значит, было угодно Господу. И все может поменяться. Все может меняться. В какой-то год вообще поменяться может, потому что... Я не планировал вот в 2021 году, что я так как будто буду себя показывать на YouTube, там рассказывать свои истории, проблемы в жизни, но у меня это получилось сделать, вот, я вообще как бы об этом только мечтал, но... Никогда у меня не получалось. В прошлый год вот получилось это делать. Так что все еще может измениться. Вот. И давайте приступим к просмотру альбома. Сразу говорю, предупреждаю, что я буду... камеру ложить, чтобы перевернуть страницу, потому что у меня левая рука плохо работает. Вот. А правая будет занята камерой. Да и чтобы посмотреть заранее, показывать вам эту фотографию. Нет, мне придется ловить на стол. И да, это будет, так сказать, я стараюсь прошлое, так сказать, от прошлого отходить. Потому что реально я много лет жил только, как сказать, очень много жил ностальгией по прошлому, это мне приносило только неприятное ощущение, то что много лет уже прошло, и многое уже не вернуть, что детство золотое уже прошло. Вот, и я начинаю уже 2021 году. Скорее всего, 22-го. Я стараюсь уже все, как могу, от прошлого отделяться. Поэтому я, скорее всего, этот альбом многие когда больше уже не открою и не буду смотреть. Вот это не последний раз, конечно, но именно для канала, для себя я
Это будет мне такая прощальный еще один этап прощения с прошлым. Вот. И давайте уже начнем. Вот. Открываю. Сейчас. И... Сейчас. Вот. Первый. Фотография. Это я у мамы сижу в комнате, как видите, чисто обстановка. Все старые. Вот это окошко, что вы видите. Это вот окошко, напротив которого я сейчас сижу. Но, как видите, тогда у нас стояла софа, на котором мы спали и сидели. Вот. Вот такой был я. Такая мама. Так. Такая первая фотография. Вторая. Открываю следующую страницу. Да, вот. Дальше будет. Первая фотография, это я с папой. Красивый у меня был отец. Почему был? Это я имею в виду при его умерти. Вот. Вот так усатый. И сейчас он усы старается делать короткие. А тогда видите, как он был усатый. Красивый. Вот. Сейчас ему тогда было около 1000 лет. Как у меня. Вот. Это мы в зале сидим. В зале были вот такие вот обои. Вот. Видите, то есть такая вот фотография. С отцом. Следующая фотография. Это я. Сижу. Отец специально мне надел такой вот галстук и рубашку. И мы с моей двоюродной сестрой сидим в зале. Она часто к нам приходила. Люся ее зовут. Мы исчез. И сейчас ее так вот, в принципе, так зовут. Просто мы как бы уже не общаемся. Практически. Вот. Мы сидим в зале. Вот. Блин, подсветка все включается. О. Блин, я не знаю, как с тобой. Подсветка не включается. Я подсветку задеваю, включается. Вот такой я, такая Люся. Дальше идем. Дальше.
Так, постарайся, конечно. Вот это вообще загорожу, пожалуйста, как-нибудь. А вот. Телефон. Положу. Вот так вот сейчас. Подождите секундочку. Потому что тут... Ну, такая... Не хотел бы такую фотографию показывать. А вот эту фотографию я покажу. Вот. Одет специально. Мне надел рубашку такую, галстук. И вот я сижу. В зале. Вот такая вот фотография. Так, идем дальше. Сейчас я посмотрю. Еще что тут? Ага. Еще. Еще мне второй фильм загородил. Вот, смотрите, он это был такой турник. И вот мы с папой подходим к ним, и, значит, я держусь за турник. Вот. Идем дальше. Так, ну, сейчас, похоже, неудобные фотографии уже. Ладно, кончится. Так что не пытайся уже загадывать. Да. Значит, вот тут. Тут, значит, я с мамой. Мне делали массаж. Вот. И после массажа в зале вот сейчас сфотографироваться. Вот. А это сейчас мы с вами посмотрим. Это мама и дедушка и бабушка. Вот. Как я говорил, мы дедушке хорошо сладили, больше, чем с бабушкой, а это я у него еще и сижу. И мама тут красивая, на какую-то певицу из 80-х, похожая. Блин, как бы вот показалось. Красивый, в общем. А вот дедушка. Вот я. А вот тот самый телевизор, про который я говорил, телевизор. Чайка. У нас тогда был. Вон там вот.
Можно было его посмотреть. Бабушка тоже тут. Так. Дальше идут просто шикарные фотки. Это я опять с отцом сижу. Надел темные очки его. И вот типа я такой крутой сижу. На диване. Вот, видите, это я хочу сказать, та же комната, в которой я сейчас нахожусь, и здесь сейчас. Потому что, видите, вот там у нас диван стоял около окошка и ковер. Видите, ковер? Это было вплоть до, там, не знаю какого года, но перестановку, потом делали перестановку, диван поставили уже вот к этой стенке, где сейчас тахта стоит, и спали уже тут, в общем, было несколько перестановок. Дальше идет вот эта фотография. Это мне отец построил такой автосимулятор, доску, руль. И вот я сижу, видите, что я сижу здесь, так сказать, один практически. Мне тогда было проще сидеть, чем сейчас одному. Спина не болела. Вот. А там мама. Вот я такой был. Вот как сейчас. Разница есть. Так. Поехали. Так. Ну это я, пожалуй, не буду показывать. Это ко мне нет отношения. А вот. Вот эти две покажу. Значит, это вот фотография. Более, так сказать, широкого, более широкого качества, чем предыдущая была. Тут я улыбаюсь, тут же в очках, вот, прикольный я был. Ну, тут комната видно. Видно то, что тахта вот тут. Софа была с таким вот этим покрывалом. Вот. Окошко. Можешь посмотреть, что-то в окошке стоит. Если честно, я не могу разглядеть, что-то, блин. Что-то стояло, короче. Вот. Вот такая вот фотка. А вторая фотка вот такая вот. Это тоже у меня отец нарядил. Ой, сейчас я усы. Перевернул. Так.
Блин, как подключить? Это просто свет. Вот. Да я такой прикольный сижу тут. В зале. Хочу сказать, что кресло у нас не стояло. Отец специально его поставил. На центр зала. А так оно у нас стояло вот сбоку по бокам. Вот такой вот прикольный. Прикольный фотка. Дальше. Моя сестра. Двоюродный Люфе. Занимается на пианино. Она тогда занималась на пианино у нас. И пока у них своего пианино не было, она приходила к нам заниматься. На нашем пианино. Вот она. Извините, что все время включается этот подсветка. Я не могу ее делать. Хотя, если я вот так вот. Да. Вот так вот я делаю, да. Не будет включать подсветка. Вот. Пианино у нас такое было. Вот. Да. Там прихожие. И вторая фотка такая же. В общем-то. Как я автосимулятор вожу. Вот. В общем-то, вот. Здесь. В общем-то, тоже все похоже. Фотографии. Ну, давайте я вот этот покажу. Вот. Здесь я вообще один сижу. Суровый. Эдуард Суровый. А это такая же, только я сижу у бабушки. Ну, мама у меня шикарная, конечно, у молодости. Ну, начальщики, это что же? Молодо выглядит. Дальше что у нас идет? Так. Погодите. Так, это я не буду показываться за отцовской работы. А вот это вот Люся. Первый день школы.
она красавица какая. В красных туфельках. Как бы вам ее показать? В общем, вот. Первый день школы. Уже цветные фотки пошли. Так. Это ко мне не имеет отношения. Не знаю, зачем их туда ставили. Сюда. А вот это уже... Да, вот это только имеет. Тут мы гуляем. Зимой. Вот. Вот я так стою. Мам. Так. Дальше. Вот эти вот. Вот эту вот фотку я хочу. Так. Поставить на заставку. Вообще прикольная фотка. Не знаю, как там получится. Это все делать. Сейчас попробуем. Блин. Сейчас. Секундочку. Вот. Помните, я говорил то, что мы ездили с подругой сестры вдвоём гулять. Вот эта фотка. Вот. Вот видите, какой я общительный тогда был. Вот сестра моя, вот как. А вот это я подружка, которая она, мне всегда довольно-таки нравилась. Наташа ее зовут. Она замуж ушла. Давно уж. Вот. Ну, вот так вот повалились. И нас сфоткали. Вот. А это, ну, это я просто стою с папой, с мамой. Вот. А, нет, это... Я стою с Люхи и с мамой. Вот. Как бы вам так показать? Давайте я лучше вот. Вот так вот.
фокусировка, конечно, плохая. Ну, в общем, вот. Вот. Так. Ну... Эта фотография, конечно, хорошая, но тут я совсем ДТПшный. Видно то, что у меня ДТП. Хотя это, как видно, да тут прикольнее. Папа и Люся. Так что смотрите. Вот. Фокусировка, конечно, на это. Не дает. Почему? Потому что опять включился это. Она шапку одела. Какую-то его, по-моему, шапку одела. А вот отец тут тоже. Красавец молодой. А вот мы около Запорожца нашего. Все собрались. Как вам показать ешкин кот? Сейчас я попробую пас. Ставить. Невозможно, потому что страницы и вообще такие твердые. Вот, смотрите. Вот так вот. Фокусировку уже нормально было показывать стало. Так что дальше у нас? Ну дальше, так сказать, прикольные мои позы тут прикольные, хотя видно, что да, ну прикольные. Вот. С мамой, с папой. Вот такая у меня тут поза. И вторая фотография вот. Обратите внимание на мою позу, как будто я приглашаю. Показывать вот так, что это такая, чтобы фокусировка. В общем, вот как-то так, как будто я всех приглашаю. Дальше идет шик и блеск. Не знаю, вот здесь, вот Люся. Люся, около дерева. Давайте я вам вот так вот листвы обхожу. Вот. Около
дерево. А здесь... Я тоже, значит, с мамой, с папой. Непонятно, что мы тут делаем. Что такую позу заняли. А вот дальше идет фотка. Фотки. Я не мог показывать. Вот. Можете посмотреть, как моя комната выглядела в 90-х. Да-да. Это уже, значит, после перестановки. Вот, сейчас покажу. Мне как обкачивает. Ну, я попробую. Вот, смотрите. Вот. Это я уже достал фирму, который папа сделал специально для меня. Видите, тут стол стоит письменный, где сейчас телек не стоит. А тут стоит уже софа и ковер, где сейчас у меня вот тахта стоит. Тогда стоят вот софа, ковер, светильник, можно смотреть на окошке, что-то стоит, возможно, какие-то картриджи. Вот на улице лето. Такая комната была. Что-то дальше есть. А дальше шашлык. Едем на шашлыки. Вот Люхи. Кусает шашлык. Вот я. Тут уже повзрослее. Тоже кусаешь шашлык. У мамы уже хвост вместо химии. Вот. В общем, как-то так. Вот, шикарные фотографии. Вот шик. Прикольнее поза за ним. Красиво. Красиво. А здесь... Сейчас я покажу. Мы на день рождения двоюродные сестры, вот этой вот, Люхи, тут ведь фанту покупали, пили. Вот я с отцом, с матерью сижу, у них в зале,
у тети и дяди. Вот. Сейчас уже все вхожу. Поближе. Вот здесь именинница Люся с своим папой, моим дядей. И мама тут красавица. А здесь тоже мы вместе все сидим. Только тетушка, видите? Моя тетя. Блин, как вы показываете? Прихватывающе. Вот, видите? Моя тетя. Пока, как плохо видно. Блин, микрофон упал. Ну так и знал. Сейчас поднимем. Так, все в порядке. Дальше смотрим. Не успею все посмотреть. Во, шикарные фотки пошли. Смотрите. Это опять-таки стыд. День рождения Люхи. Вот мы так тут сидим. Проникнитесь 90-ми, так сказать. А тут мы просто с мамой в зале фоткались тоже. Вот так. А я вспомнил. Ей подарили фотоаппарат, вот. И эти фотоаппарат нас всех пофоткали. Точно. Вот. Люся. Еще тоже у себя дома. Это тоже оттуда же, из той же партии. Ладно. А это... Оттуда же, от дня рождения. То же самое, только с тетушкой. Я покажу. Подожди. У нас фотка. Дядя? Уже. Ну, как стек на столе. Остаток пирога остался. Не знаю. Или то, что... Так, это... Ко мне... Отношения не имеет, это тоже не... имеет. А все...
кончились водки. Мои... А нет, не бойтесь. Вру. Сейчас, подождите. Что-то я не понял. Ага. О, есть фотографии. Последняя. Это я уже... В 2000 каком-то 14... Не 14, а... 2000... Вообще, 8 или как-то так. Вот, как видите, зал тоже изменился. Тут я тоже уже... Повзросли. Как-то так. Как-то так. Фокусировка, конечно, портит. Все. Все. Или не все. Нет, все не все. Там все и что-то другое. Не ко мне это жить. Не имеет. Или я назад уже. Да это. Во. Это значит, когда я приехал в комнату, где жили бабушки и дедушки. Вот. Вот. Тут плакат Гарри Поттера. Вот. Ну и вторая такая же фотка. Вот. Еще где кладезь? Это мой первый компьютер. Видите, как монитор еще такой. Системник там. О, круто. Круто. Еще даже такая же фотография осталась у нас. Такой вот компьютер первый. Эх, были времена. Так, это... Ко мне не относится. Тоже не относится. Хотя... Мама тут красивая, но... Да, мама у меня красивая вообще. Она красится, когда... Ну вот, блин. Не могу не показать.
смотрите. Это с какого-то вечера. Вот. Моя мама вот слева. Вот. Смотрите, какая красивая. Ну, правда, плохо видно. Но, на самом деле, фотографии. Раз. Сейчас я еще попытаюсь. Вот. Видали, какая у меня мама красивая? Отличный, просто красавица. Топ модель. Все, кажется, тут все закончилось. О, вот мамы. Просто посмотрите, мы просто не могу не показать ее, что она красивая тут. Вот, сейчас я покажу вот так вот. Сейчас. Видали? А вот такие господ. Видали? Это уже не ко мне относится. Это я просто маму показать решил. Все это все, да. Вот. Альбом. Такой вот, который я вам показал. На который я сейчас камеру поставил. О. Ну давайте, ребятушки. И вот такой вот альбомчик был. Ну просто я все-таки терпение и желание вот показать вам его. Вот. Не так вот, вот так вот. Вот, и показал, вот, и показал. Чем я совершенно доволен. Давно я показать хотел. И вам, и своим друзьям. Вот. Сегодня показал. Вот. Так что давайте увидимся, как только будет желание и тема для видео. Я
А ты что-нибудь еще для вас сниму? Много еще историй 90-х годов у меня накопилось. Которые я вам не сказал. Вот. Красавчик. Вот когда я мышцы у меня лицевые не так двигаются, я на мне красивый парень просто так вот сложился. Ладно. Не забывайте про поддержку канала. Вот. Полосочки-то. Не просто так. Она на видео. Поддержка канала нужна. Для меня. Для меня, как для автора, это очень необходимая штука. Вот. Тем более в такие времена, как сейчас. Вот. Так что, кто хочет, тот может эту полосочку заполнять донатами. Вот, все ссылки в описании, вот, в описании к этому ролику и к другим роликам тоже реквизит все есть, вот. Так что... Конечно, период сложный сейчас. И в творчестве, и в жизни. Я думаю, каждый из нас. Вот. Но все-таки я думаю то, что летом будет... Лето будет со своей проблемой, конечно, но я думаю, летом нам все равно какой-то немножечко капельку будет жить получше. Вот. Это я так считаю, в общем. Мое мнение скромное такое. Вот. Ну а пока вот вам часовое видео с фотками. Смотрите их. Нажимайте на паузу, если хотите. И рассматривайте. Как положено. Потому что все-таки рука моя, она была, как говорите, нестабильная. Она дрожала, потому что, ну, всякие эти. Проблемы моторики ДЦФшные всякие. Вы знаете все прекрасно. Это... Вот, поэтому... До скорых встреч. Увидимся в новых видео, ребят. Пока. Было приятно показать свои фото и вам показать, каким я был. Вот. Сейчас я буду выкладывать это видео. А вы смотрите его. Нажимайте на паузу. Еще я все еще раз говорю. Нажимайте на паузу. И смотрите, вот, потому что рука была нестабильной, в общем, опять одно и то же повторяю. Всем пока. И...
До скорых встреч. У новых видео, которые будут, надеюсь, очень скоро. Пока.